Великий Новгород отметил 1158-й день рождения. Начался он, как и положено, с подарков. Строители торжественно передали городу новую школу в микрорайоне Ивушки. Кроме того, был открыт памятник нашему знаменитому земляку, писателю Дмитрию Михайловичу Балашову. Школа номер 36 имени Гавриила Романовича Державина была построена в рекордно короткие сроки. Проект реализован в рамках государственной программы «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в образовательных организациях». Стоимость строительства 787 миллионов рублей. Трехэтажное здание состоит из 6 корпусов. Уже 1 сентября 2017 за парты здесь сядут больше 1000 юных новгородцев. А в день торжественного открытия педагоги, будущие первоклассники и представители власти заложили на территории школы яблоневый сад. Очень все красиво, просторно, столько места им играть. Вот посадили яблоню, будем пожинать плоды, как говорится. Все замечательно, все очень нравится. Мне понравилось, как мы сажали яблоньки. И еще мне понравилась площадка. Что ты ждешь от школы, от учебы в школе? Ну, я бы жду математику. Новая школа, то бишь новая жизнь, новые начинания. Ну и, в принципе, одно только вот вид и обо всем говорит, больше-то и нечего сказать. А в уютном сквере на торговой стороне в торжественной обстановке состоялось открытие памятника новгородскому писателю, почетному гражданину областного центра Дмитрию Михайловичу Балашову. Его книги «Марфа-посадница», «Господин Великий Новгород» о нашем древнем городе, но писал он их для каждого жителя России. Отлитый в бронзе бюст изготовил известный новгородский скульптор Сергей Гаев. Этот памятник, он очень достоин, и достоин Дмитрия Михайловича как раз. Вот, то есть видно и человека, виден характер. И надеюсь, что кто-то, кто приехал в Новгород, или, может быть, новгородцы, кто еще не знаком с Балашовым, но увидя, придя сюда в сквер, увидят, кто такой Балашов, заинтересуются, придут в библиотеку и возьмут книгу, почитают. На церемонии присутствовали родные и близкие писатели, его коллеги и друзья, почитатели его таланта. А в ближайшее время рядом с памятником Дмитрию Балашову могут появиться скульптурные изображения персонажей его произведений.